Бриллианты российского шоу-бизнеса, группа «Тату». Высшее достижение отечественной поп-культуры за всю ее историю. Fake Russian duo Tattoo, today cancelled. Сингл или альбом «Тату» стали золотыми или платиновыми. В Италии, Норвегии, Швеции, Финляндии.
что, я думаю, что все в этом зале значит, знают, что значит вот это и что значит вот это. Okay, we think everybody knows in here. Не слышу. What is this and what is that? Тогда давайте попробуем, как когда-то я пробовала из-за вот этой вот девушки, которая в это время сидела и пила кофе со спокойной душой. Чай. Чай, не думаю о том, что ее девушка где-то занимается где-то чем-то. Так что поехали, простые движения. Okay, now it's simple motion. Everybody, take this, put there, and try to masturbate. Продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я, и я повторяю. Хочешь молчи, жди, что пройдет, а хочешь ключи. Два оборота, хочешь своя, хочешь чужая, хочешь как я, и я продолжаю. Давай эти вопросы, просто давай. Двигайся просто, это любовь. Скачут пружинки, завтра любой. Меньше снежинки, надо успеть. Не возражая, надо уметь жить, продолжай.